Неподдельные эмоции и радость вновь испытали семьи солдат, участвующих в зоне СВО. Накануне в окружном военкомате Ханты-Мансийска состоялся телемост между военнослужащими и их родными. Солдаты рассказали про несение службы и отметили, что находятся в хорошем расположении духа. Бойцы в прямом эфире ответили на вопросы военкомата, а также попросили снабдить их подразделения средствами РЭП. Это не первый телемост между округом и зоной СВО. Семьи надеются, что на связь в подобном формате получится выходить чаще. Анна Викторовна, вот вы буквально несколько минут назад разговаривали посредством телемоста со своим мужем. Как у него самочувствие? Ну, самочувствие бодрое, хорошее, не считайте, что у него температура, но все излечимо, вылечится. И уже температура сегодня как бы поменьшена, но все равно болеет немножко. А так нормальный, активный такой, позитивный.